Братишка, если тебе нужен левел или игровая валюта в GTA Online, то тогда заходи в мою группу. Прямо сейчас у нас проходят скидки. И за небольшую сумму ты можешь стать настоящим мультимиллионером. Прокачиваем аккаунты на все платформы. Мы уже прокачали сотни аккаунтов, поэтому заходи и закупайся по полному. Ссылка на группу в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Доуни, а также B-World. И сегодня мы играем в GTA Potter P на сервере Strawberry. Здорово, пацаны. Итак, ребята, ссылочка на проект, как всегда, есть в описании. Также в описании находится мой промокодик, при использовании которого вы, конечно, получаете приятные плюшки на старте игры. Сам промокод, ребята, активируется в клавише F10, настройки, аккаунт, и снизу вводите Дони, таким, ребята, образом. Работает на всех серверах, пацаны. Да, ребят, да. Итак, ребятки, короче, сегодня у нас будет мега заруба. Так как, ребята, Гриша купил себе недавно Ликан Гиперспорт. Просто пушка, тачка, да? Сколько она стоит, скажи мне вообще? Я не помню. Короче, она дороже. 6,5, по-моему, да. 6,5, да, ребят, у меня Porsche стоит 4,2. Тоже покупал буквально вот недельки 2 тому назад. И, ребят, сегодня мы устроим зарубу Porsche против Ликана. И, ребят, сегодня, возможно, будет решающий момент для Porsche, потому что я, возможно, буду его продавать. И сейчас я пойму, то есть, стоит это делать или нет против, ну, в битве против Ликана. Вот поэтому... Напишите в комментариях, кстати, как вы думаете, кто победит, потому что, честно говорю, ну, Ликан как бы не особо едет. Вот. Ну, у меня, да, на самом деле, короче, это, получается, две заднеприводные тачки. Вот, поэтому у них есть такие... У меня полный. А, у тебя полный привод? А, значит, тогда я думаю, что Ликан, братан. Ну, короче, у меня задний привод. Бокоход лютый просто сейчас. Да, у меня тоже бочком машина ходит. Потому, ребята, я думаю, что это будет, ну, в принципе, интересная заруба. Две красные такие тачки, ну, спорткар против гиперкара. Я тоже, правда, присягнусь. Ну, вряд ли это поможет, но ну, посмотрим, короче. Ну, ребят, кстати, закрывай дверь на всякий случай, потому что у меня было такое, когда я ехал там, с кем-то сталкивался, или попадал в аварию, вот, пока бежал к тачке, ее угоняли, так что... А, я понял, нормально. Короче, слушай, там, ребят, такая тема, то, что Гриша придумал новая трасса для гонок, поэтому сегодня будем мы эту трассу тестировать, да, братан? Да, прокатимся по новой трассе. Вот, ну, короче, 2-3, ты отчет, мы стартуем. Давай, поехали. Я считаю, да? Да, давай ты. Раз, два, три. Давай. Так, ну старт у тебя явно офигеть. Да, старт зацеп. У меня офигенный вообще. Ема зацеп. Офигеть, ты пошел, братан, ты куда? Подожди. У меня на самом деле единственный плюс в этой машине, она до 300 разгоняется моментально. А потом? Ну и потом вот зависит от дороги, знаешь, если есть ямки такие неровности, то она начинает там еще быстрее ехать. Ну у меня... Если нету, то она и 300, и все, и как бы, вот сейчас я 300 иду. Ну 280, 290 с трудом на самом деле, вот 300 сейчас только разогнал, поэтому, ну да, ты прям уходишь, все, это уже пропало у меня. Но буду, кстати, рассчитывать чисто на твои косяки. Да, кстати, про Ликан хочу рассказать немножко. Он, оказывается, с двигателем V6, даже не V8, даже не V10 и не V12, просто V6. Ну, просто шестицилиндровый двигатель, да, и там что-то 700 лошадей у меня должно быть. Ихнули, ну понятно. Ну, короче, уже Гриша ушел, я тебя даже не вижу вообще, куда ты, где ты. Блин, а у меня, кстати, идет машина, в принципе. А, слушай, нужно не забыть, что там поворот у нас будет. Да, где завод вот этот вот. Да. Там налево поворачиваем, ага. Едем прямо. Да. Ну, на серваке сейчас 2200 человек. Ну, 1700, да, плюс еще очередь, короче. Поэтому, надеюсь, сейчас я не поймаю фуру себе на встречку куда-нибудь. А, в правом ряду фура и этот, Пикадор. Врелся? Ёб твою! Врелся, да? Убрался? Да. Хорош. Фура... Да, блин, меня еще Пикадор пнул. А, я понял. Я понял, братан! Меня просто все, блин, пнули сейчас, я не знаю. Теперь у меня машина кривая, она сейчас не будет ехать. Я понял. Так, сейчас правда здесь налево. Слушай, а сколько мы кругов едем? Давай один полноценный такой круг сделаем. Один? Ладно, один полноценный, да. Ну, мы просто ехали на Бугатти, вот эту гонку, как бы. И делали два круга, но Бугатти, понятно, быстрее идет. Намного, да. Да, но мы делали еще одну ремку и одну дозаправку. Почему-то моя Бугатти больше жрала бензина, чем у Дэна. Нормально. Да, то есть у меня там типа 60 литров осталось, у него 80, то есть такой, прикинь. А, ничего себе, это может там, не знаю, с FPS связано, нет? Может быть такое что-нибудь, нет? Или графа? Это у нас одинаковый, да, вроде стоит график. У нас все одинаково, да. Капец, ты уходишь. Просто как стоящего. Ну, прям не ухожу, но опасно сейчас. Да, опасно. Сейчас, кстати, поворот такой опасненький, на самом деле. Я лучше... Воу. О, я чуть не словил! Я чуть не словил его, я не мог! Ты видел, как обернись! Посмотрите! Че там, ты где? Я уходил от Пикадора, короче, понял? И я взрывался в мост, взлетел чуть ли, и мост не перелетел. Ты убрался? Я поворот пропустил. Направо сразу. Да, точнее, знаешь, да? Да. Так, я... Таксист! Опасно было.
Ты уже вернулся, так, да, на трассу? Да-да-да, я еду сейчас, вот мимо церкви еду. Знаешь, там понял, да-да-да, все, я тоже на... У меня капец уже Porsche ломаный. Блин, на дороге машина стоит просто брошенная. Опасно. А, я понял. Нормально, адекватно вообще, пацаны. Припаркованы! Да-да-да, последние, жесть, на самом деле, ну, обновления, я так понимаю, они что-то сделали, что... Когда ты встречаешься с каким-то водителем, допустим, да, ага, то, скорее всего, ты не вылетишь из-за руля. Если тачка припаркована, просто стоит без водителя, то 100% ты вылетаешь, да, из-за руля. Такой, на самом так деле. Так лучше их обруливать. Это да, это да. Ну, учитывая то, что у меня задний привод, машина просто бачком ходит, это, ну, какой-то дрифткор, че не Porsche. На самом деле, ребят... мопедист. Да, мне здесь... Тихо-тихо-тихо-тихо по тормозам, господи, как это тяжело. На самом деле... Нет! На самом деле... Бирбодал покататься. О, я вижу тебя. Понимаю. Мне бирбодал покататься на Панамере. Да, сейчас, сейчас направо, да, у нас получается? Направо, да-да-да. Ребят, мне тут бирбодал покататься на Панамере, я понял, что... Офигеть, мне ботануло. Я понял, что Панамеру я точно себе в жизни покупать не буду, короче. Потому что это просто жесть, пока ее не пофиксит, не, ну, короче. Не, в жизни-то можно купить, а в не, игре точно не стоит. Не, я имел в виду, что, короче... Она, да, очень, я купил BMW M8. Блин, мне она очень нравится, но она такая же точно отвратительная в управлении и в скорости. А, как? И в разгоне. Как Panamera? Ну, плюс-минус так же, да. А, тоже нет тормозов, тоже ее разворачивает. Я, короче, понял. Там полный трэш. Я понял, я понял. А как ты вообще, блин, сейчас Ликан жив еще, нет? Ну, где-то процентов на 80. Блин, а, сейчас развернул. Я вижу, вижу. Господи. Я тебя вижу, нормально. Что такое-то? У меня просто вот... Он так еще орет, куда едешь. Я его обогнал, короче, он меня развернул, еще орет, куда едешь. Он меня пинает дальше, короче. Я в лабаш ловил этот Сент Кинг. Понял, да? И меня потом инкас подрубил, и типа нормально. Ему понравилось. Ему было хорошо. Да, я пытаюсь ехать, но мне же не поворачивает, такое ощущение. Блин, почему я так криво еду? Я ж вчера хорошо ехал. Просто у меня уже Ликан даже на 70% уничтожен. А, да? Нормально. Меня жестко вправо тянет. Так, на самом деле я бы, может быть, отремонтировался бы где-нибудь, потому что у меня тоже уже машина просто в хлам. Ну, ты хочешь ремонтироваться, типа, ну... Ну, давай, ладно, без пидстопа, хорошо, поехали так. А ты где есть? Ты уже выехал, да, из полета? Да, я тут боком иду, у меня Ликан перестал поворачивать. А, нормально, так, Пикадор, осторожно, справа по курсу. Блин, мне бы тебя догнать. Ну, не, ребят, конечно, тяжело, то есть, чисто вот по скорости, по разгону, Porsche проигрывает прям 100%. Ну, потому что заднеприводный, да? Да, заднеприводный, ну, такое, конечно. Вот его нужно с М5 с твоей сравнивать, если честно. В смысле, Porsche с М5? Да-да-да. А, наверное, да-да-да-да, а я так и тебя вижу. Видел твой багажник. Фура чуть не ушла в кювет, нормально? Хорошо шла, да. Да-да-да, бешеный. Вообще нормально. Бешеный просто, ну, фура. Ну, так, я тебя вижу. А, ты сейчас у меня уже. Ну, я понял. Понимаю, понимаю. Ладненько, сейчас. А, там где шарик, там, ребят, поворот направо опять, то есть на эту прямую сторону, да, военной базы. Да, потом налево. Не, да, направо, а налево потом. Да-да-да. Поэтому сейчас, блин, не убраться бы мне. Так, торможу. Тормозов, кстати, тоже нету. После ДТП уже все. А, я тебе, кстати, у меня норм еще по тормозам. То есть, да, принципе, куда? Воу, я когда сказал, я его не видел, потом он появился около меня уже вплотную почти. Да, вот, да, я, да, тебя вижу, я тебя вижу, и ты просто исчез, то есть, да. Ну, по прямой ты тупо исчезаешь. Ну, должна же моя тачка в чем-то лучше. Не, быть, ну должна, блин, быть, за 2, да, миллиона долларов. Как бы да, она стоит 6,5 примерно, у меня 4,2, то есть на 2 ляма дороже машинка у Гриши, поэтому это я и проигрываю. А, ну да, тоже у меня тоже 4,2 получается в стоке, да. Вот, ну, конечно, машина вообще ломаная у меня, капец как. Да, у меня тоже. У меня, короче, куска машины уже нету, по-моему. Сильно. Так, тут в правой полосе кто-то стоит, по-моему, мертвый, осторожно. Да? Под мостом. А, понял, вижу, 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 вижу. Это ФБР, что ли? Похоже, да, машина была. Ну, либо этот, как он называется, машина? Баффало. Баффало, да-да-да. Оу! Сейчас чуть не сбил скутериста просто. Он был в зоне риска. Так, а ты где, скажи мне, ты уже едешь? Я вот мост проезжаю. Чё? Я еду, и из-за поворота на двух колесах бэха вылетает. На двух колесах и прям в меня вылетает. Да ладно. Вообще, это был эпик. Нормально. Хорошо, хоть я в воду не улетел, потому что там деревня спасло чисто. Так, ну я, короче, только проезжаю поворот на военную базу. Я подъезжаю к заправке. Ну как подъезжаю? А, охренеть, ты уже уехал? Капец, ты уехал, я тебя понял. Да, на самом деле не особо. Да ё-моё, куда? О, да, понятно, занесло. Она такая уже неуправляемая, ребят. Да, у меня тоже. Блин, я чуть лобоуху не словил.
Твою да? мать, я по Уолрайду пошел в заправку. По Уолрайд заправки? Чего? По забору, знаешь, там такой забор из сетки. Я по нему проехался. Нормально. Красиво, красиво. Но она не поворачивает уже все. Да, она тоже не поворачивает, уже чисто боль. Да нет, так, главное, наехать. Там встречки много, осторожно. Я тоже чуть в Уолрайд сейчас не сделал. Так, хорошо. Сейчас главное здесь в океан не улететь, как я это умею делать на самом деле. Да. Так, осторожненько. Ой, да куда ж ты? Ну зачем? Да ты зачем ты так? Там, смотри, встречка идет, осторожно. Да? О, много я встречки. Вовремя уехал со встречки, братан. По центру дороги еще этот механик стоит. А, да нормально. Да в правом ряду встречки, чего? Охренеть, блин. А ты же проехал первый городок или ты уже второй проезжаешь? Первый проехал, да, вот сейчас. А, я только сейчас его проезжаю. Нормально, тут пикадор по встречке просто шпарит. Нормально, понимаю. Вот рекассатор. Ремка. Оу, да. Таксист по встречке. Хорошо, что я уже вошел в неуправляемый дрифт, и это не помогло на самом деле. Намотался на столб, у тебя вроде не Марк 2. Оу, таксист, понимаю, ему вообще пофиг, он поехал дальше, как будто ничего не было. Короче, какая-то веселуха, да? Да, у меня здесь вообще просто... Ребят, конечно, когда срок забит прям по полной программе, то есть здесь, да, людей очень много, и все катают вообще как хотят, пикадоров... Таксистов, инкассаторов. Ну это на самом деле как повезет. Я вчера на Панамере проехал полкруга без аварий. А, ну ты так и потом только в конце разбился. Так, я только сейчас въезжаю в туннель. Так, я уже выехал. БУ проезжаю. А, ты уже БУ проезжаешь, что значит ты 100% победил. Убрался, улетел? Улетел? Убрался? Где ты есть? Что такое? Что случилось? Скажи мне. Ты где есть? Я внизу. Внизу? А ты, в смысле, ты улетел с трамплина? Она не затормозила. С трамплина улетел? Да. А ты на шоссе ты приземлился или вообще вниз? Вообще вниз упал, на нижнее шоссе, прикинь. Серьезно? Тогда я уже скоро сильно забавлю, чтобы не улететь. Слушайте, я умею здесь тоже. Я проехал трамплин и все, тапку в пол уже, финишная прямая. А, ну я уже все, я уже финиширую. А, серьезно? Серьезно? Как так-то? Я вернулся, короче, по низу проехал, выехал на шоссе, там на развязке просто выезжать. Блин, ну все, вот я тоже вот здесь сейчас финишировал. Ну мне повезло, видишь, я там не на крышу упал. Да, никуда. Такое, у меня такая машина, господи, что с ним? Это печально. Ребят, короче. У меня тоже разбитая, но для тебя она у меня целая. Да, целенькая, у меня тоже твоя целенькая. Ребята, я думаю, что эту Porsche я буду продавать. На самом деле, она мне не очень понравилась. Я не покатался где-то недельку и понял, что ну такая машинка, то есть, как спорткар. Ну, блин, у меня Cherokee управляет лучше, чем Porsche, и особо, то есть, смысла в Porsche. Махнешься на BMW M8? Ну, не знаю. А сколько стоит бэха? 5,5. Слушай, я подумаю, я знаю, что я хочу купить, но возможно, слушай, может быть, но... А, ты говоришь, она неуправляемая, да, такая же, как Панама, начни, ну, спасибо. Ну, она как muscle car, короче. А, хрена. Короче, у меня есть, ребята, идея. Может, ее пофиксят, на самом деле. Да? Ребята, у меня есть идея, что я буду покупать, поэтому, скорее всего, я буду брать себе новенький спорткар, суперкар, тире. То есть, ребята, вы в комментариях пока можете свои предположения написать, но, ребят, это не Бугатти. Это не Бугатти, хотя очень бы хотелось, но Бугатти это очень дорого и жирно для меня пока, поэтому это в будущем, я думаю. Ну, это как бы, понимаешь, ты купишь Бугатти, и больше тебе не к чему стремиться. Да, да, то есть, и уже думаю, что все машины, нет смысла, как бы, в них уже не будет. В Бугатти и багажник есть, самое главное, очень прикол, можно рыбу повозить. Никто гонять не будет. Да, да. Только тем, кого есть тоже Бугатти, чисто кто хочет рандом словить, да. Окей, ребят, наказ получилось. Если вам понравилось, то ставьте лайкусики. И всем удачки, и всем пока. Пока-пока.